Шахрус работник еще неопытный, вот и брызжет краски с валика во все стороны. Хорошо, что представители школы и фонда позаботились о комбинезонах, а то на одежде чистого места не осталось бы. Ну, мы красили тут стену, и так как я еще не очень опытный в этом деле, я сразу заляпался краской, немножко упал. Понравилось, начал работать там плохим валиком, и этот валик весь заляпал. Продолжая череду добрых дел, на благо Пушкинского района мусульманская община в канун своего великого праздника Рамадан помогла Пушкинской школе-интернату 8-го типа провести косметический ремонт стен внутри помещений. В этот же день помочь школе пришли представители православной церкви и администрации района. Забота о детях объединила на доброе дело людей различных национальностей и вероисповеданий. Мы на примере одного района показываем, насколько в тесной связке могут люди разных национальностей, вероисповеданий, конфессий не просто уживаться, а работать вместе. Как всегда, после вечерней молитвы представители мусульманской общины приехали в интернат, где их уже с нетерпением ждали. Переодевшись в спортзале школы, все вышли на крыльцо, чтобы сделать общую фотографию и запечатлеть начало совместной работы двух религиозных общин и администрации района, после чего все с энтузиазмом взялись за работу. Совместное дело продвигается быстрее, тем более, когда каждый осознает его значимость. Ну, мы проводим уже совместно с мусульманской общиной уже не первую такую акцию. Мы начали с субботников с областных и продолжаем помогать совместно с администрацией Пушкинского района. Делать добрые дела, так скажем. Это богоугодное дело, хорошее, помочь детям с ограниченными возможностями здоровья. Я считаю, что это хорошее дело. Независимо от того, мусульманин, православный, как бы. Совместная работа людей различных вероисповеданий и национальностей для нашей страны – это обычная практика, когда сосед помогает соседу, тем более, когда дело касается бескорыстной помощи. Добрые дела не грех никому делать, понимаете, и не мусульманам, и православным. Тем более, их сейчас очень много живет на территории нашей России современной, тем более у нас в городе их тоже очень много живет. И если они проявляют свое желание помочь, ну ничего тут такого плохого нет. Это не касается веры нашей. Поэтому это касается добрых дел. А доброе дело никому не грех делать. Мы очень рады, что нам помогают наши уважаемые друзья православные, вот, и администрация Пушкинского муниципального района. То, что мы вместе, это прекрасно.